Что, ребятки, день второй. Вот мы начнем с сатира. Я вчера видел там соусированную сигару. Сейчас посмотрим, что это такое. Короче, покурил я сатировскую эту сигару. Очень прикольная тема. Вот именно для фанатов без аромки. Очень рекомендую. Поехали дальше. Так, ребят, мы находимся на стенде Пуэра. Сейчас я вам сниму, как это все выглядит. Вот. Очень много интересного всего нам рассказал представитель. В двух словах вам расскажу. Здесь используется несколько сортов пуэра без жидкого никотина, но накуриваемость у него есть. То есть это вот именно благодаря технологии, благодаря бленду этих сортов. Ребята тут угощают пуэром. В принципе, вкусы есть прям хорошие. Вот я сейчас курю холодный арбуз. Прям вот крутой холодный арбуз. Движемся дальше. Вот нам наливают чаек. Сейчас будем пробовать пуэр крепкий и пуэр на соке. Вот мы находимся возле стенда First Hook. Покажу поближе вам блюдца. Очень прикольные. Вообще максимально разнообразные. Вот этот прям вообще крутое. Вот как-то так. А какая цена на блюдце? 900 рублей такое стоит все. Вот есть стенд JT Bowls. Вот такие вот чашечки. Но меня, естественно, приманили именно вот эти вот граненые стаканы, фанелы. Но внутри они полые. Не знаю, конечно, как будут куриться. Посмотрим, посмотрим. И стенд Япона Хука. Очень крутой стенд. Зайдем, посмотрим, что тут у ребят нового. Вот эти крутые чашечки. Тут у ребят кальяны. Как обычно, очень крутой стенд. Новый кальян от Японы Хука. Ну вот, ребятки, это производитель Японы Хука Стас. Он сейчас расскажет нам про этот, собственно, новый кальян. И для начала я хочу вам показать просто кальян в комплекте с марпучем, который тоже из карбона, с вот такими вот нитками. Это что? Ну, это плетение, как бы, как ручка самурайских мечей. Ага. Соответственно, мы что на чашках, что здесь решили это все показать. Соответственно, марпуч сейчас никто не делает. Это, скажем так, современный взгляд на традиционный кальян, ну, да, арабский. Но если бы мы использовали дерево, то он весил бы прилично. Само за счет собой карбона. Но если ты заметил, здесь получается у нас в матрицу укладываются лоскутами карбоновая нить и потом заливается. Очень дорогая колба. Это самое дорогое, то, что мы сделали. Потому что она очень играет красиво под разным направлением света. Плюс это резьбовое соединение. Здесь уже на выбор мы будем делать или на орингах, или на притирке. То есть у нас есть модель на притирке, это прототип. Декор из карбона. Здесь еще будем думать, может быть, еще такую висельку сделаем какую-нибудь с медалькой. Лимитированная версия по 20 штук в месяц. Сейчас будет презентация финальная, потому что у меня еще упаковка не сделана, это прототип. Во Франкфурте 26-28 марта мы его покажем уже зафиналенный, готовый в упаковке. Ну, порядок цифр, это где-то 60-70 тысяч рублей. Ну, карбон. Это карбон, типа, да, это ручной карбон, это не штатная история. Да, это сильно что-то подобное никто не делает, повторить это достаточно сложно. И если ты заметил, наши все мундштуки имеют достаточно интересный всегда вид, что это для точно, Японы, да, что для концептика. И вот эта новая модель, у нее сейчас нету названия,
будет еще вторая модель. Тебе просто инсайт. Вот у ней уже есть название, это будет называться «Император Японии». Ого. Это будет просто секс. Это реально очень крутая модель. Есть уже понимание, что это будет. Но я надеюсь, летом я уже ее покажу. А в Дортмунде будет именно стенд целый твой? С Эливаном. Ага. Это мой официальный дистрибьютор. Ну да, да, по Европе. И мы, соответственно, там представим и Япону, и наши чашки, и новую модель. Понял. А циферки уже есть стенда? Кто туда поедет, возможно? Именно какие цифры? Ну, название стенда, номер. Ой, я вот честно не помню. Вот ребята приезжали с Эльвана, пока я еще не вникал. Я понял. Они всем занимаются, полностью все организации. Окей. Не только меня представляют, и Вербург. Ну да, да, да. Еще несколько компаний, поэтому это, скажем так, наш первый выход на европейский рынок, ну, именно в формате именно B2B, B2C, да, выставочный. До этого мы никогда не представлялись, поэтому мы сейчас, скажем так, на нашей компании всего-то 3 года. И мы уже подошли с таким форматом, что у нас не только кальяны, у нас есть и аксессуары, у нас 7 видов чашек. Плюс эксклюзивные. Эксклюзивные чашки, плюс модельный ряд добавился оружейным ламинатом желтым, синим, зеленый скоро будет. Классический венгрий, светлый, темный. Поэтому растем, развиваемся. И на сегодняшний день, скажем так, количество продукции с каждым разом все больше и больше. Окей, спасибо большое. Тебе спасибо. Вот такой вот, ребятки, уголек от бренда Oasis. И эта штука еще курица. Вот в чем прикол. Я не знаю, чем ее разжигали и как, но это все курица. Человек стоит со щипцами, но я не знаю толку от них просто. Ну что, ребятки, вот мы, короче, приземлились уже в Киеве. И я решил по-необычному подвести итоги. У нас тут вот Коля из Хмары. Приветствую. Коль, расскажи свои впечатления. Блин, вообще... о выставке. Выставка офигенная, очень много крутых стендов было, хорошо распродались, кальян наш золотой ушел в Кукаплейс, маяк, вот, и... В Москве, да, который? Да, и, блин, вообще здорово, то есть выставка вообще супер, и все понравилось. Какой стенд больше всего тебе понравился? Я скажу, который понравился, который не понравился. Давай. Понравился, скорее всего, это стенд Берна. Вот. Понравилась работа. Это, как ребята работали, понравилось. А не понравился это стенд Альфа Хуки. Почему не понравилось? Потому что ребята на международной выставке решили сделать карту Европы и обозначить Крым русским. Вот в этой, как бы, для меня немного, как бы, это да. Это такое, знаете, именно, ну, некрасиво. То есть, если вы говорите, что у вас, кальяны вне политики, нахрен вы такое делаете? Мое личное. Это да, это странно. Спасибо, Коля. Вот как-то так, ребятки. Поэтому я немножко тоже подытожу. Скажу, что интересная выставка, на самом деле очень много всего было новенького. Вот второе видео, да, получилось намного меньше, только за счет того, что второй день получился более загруженным. Было больше упор на продажи конкретно, было меньше людей, да, но больше движа, скажем так. Вот, поэтому, естественно, потом надо было нам закрывать стенд, сдавать его. Кто не в курсе там всех этих моментов, то это все происходит не за 5, не за 10 минут, это достаточно длительный процесс. Потом мы поехали снова же в Liberty к Игорю Коновалову, покурили очень крутые вкусные кальяны, очень интересно пообщались с Игорем. Вот, и вот наконец-то дошли ручки все это доснять. Вот какое-то такое получилось. Второе видео намного меньше, да, но тоже интересное. То, что не попало в первое видео. Первого дня, я имею в виду, видео. Вот. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки.
Чикс, Чикс. Подписывайтесь. До новых встреч.